Весь коллектив терапевтического отделения Буланарской поселковой больницы во главе с заведующей отмечает в этом месяце круглую дату со дня своего образования. Уважаемая Алевтина Аркадьевна, уважаемые работники Буланарской поселковой больницы, примите самые теплые и сердечные поздравления с 55-летним юбилеем терапевтического отделения. За эти годы вами накоплен огромный опыт лечебной практики. От вашего профессионализма, от доброты, внимания зависит самое дорогое наше богатство – это здоровье, а порой и жизнь. Сегодня Буланарская больница представляет собой не поселковую больницу, а современную городскую больницу, куда госпитализируется все население Артемовского, получая квалифицированную медицинскую помощь. Примите слова искренней благодарности и низкий поклон за ваш кропотливый труд, за ваш нелегкий труд, за ваши умелые руки, трудолюбие и щедрость души. Крепкого вам здоровья, счастья, радости, вдохновения, успешного осуществления всех планов, добрых дел и начинаний. Коллектив «Альтекс Медиа» присоединяется ко всем словам и также поздравляет терапевтическое отделение с этой замечательной датой.